Всем доброго времени суток. Это Ров, Кадмус, мы там в любимой Lineage 2, все такое. Вот, у нас сегодня, короче, неоднозначный такой обзорчик. Да, я знаю, сейчас начнутся, блядь, кидания тапками. Опять ебаная рыбалка. Да, опять ебаная рыбалка. Блядь, я бы чуть не подавился. Ладно. Танки есть. Вот. Значит, рыбалки как таковой освещаться сегодня не будет. Сегодня будет освещаться. Мне просто предыстория. Мне проели мозг, покажи внешечки, там, бла-бла-бла, короче, и все такое. Я долго сопротивлялся, честно, как мужик просто, блядь, стоял до последнего, не хочу, не буду вашими цветочками заниматься. Ну, конечно же, блядь, я сдался в итоге. Вот. В общем, разговаривать мы будем. Я передал тут с моего рыболовецкого судна, имя которое Тиграна, который у меня там ловит рыбу, просто килотоннами стоит там круглые сутки, сама по себе ловит, а передали ему 25 тысяч проворной, 79 сильной и, блять, где это уродливое, и 24к уродливой рыбы. Проворная, кстати, была докуплена, потому что иначе бы, короче, ничего не получилось. Докуплена она была в размере, что там, сколько там, лямов 100, да, 120? Короче, у всех цены разные, на Кадмусе докупили на 100 лямов, короче, рыбы, там где-то около 6к проворные, в смысле. Потом доловил, долго буду ловить еще. Ну, я продал, я продал, короче, чтобы потом докупить. Ну, это ж я, конечно, блядь, куда ж без этого. Ну, вот, в общем, да. Дайра у меня рыбу не ловит, поэтому тут все, квесты какие-то открылись, я тут потыкал. Закроем нахер. Значит, разговор будет о внешках. Да, блять, о ебучих внешках, которые, короче, можно взять. В какой-то ситуации они прикольные, можно что-то оригинальное взять. Расскажу первое. Значит, всю рыбу можно тут поменять. Первое у нас пойдет в обиход сильная рыба. Первое и самое важное, что можно взять, на что можно заработать, это эльсиум. Обмен 4 рыбины на 1 обмен, 3 эльсиума, бла-бла-бла, короче, все такое. Те, кто рыбаки, которые знают, которые меняют, они все это прекрасно шарят. Второе, можно брать руны квалификации ранга D на 2 часа, это, наверное, совсем на маленький, короче, чар, из первого уровня. Не вижу просто в этих... Не вижу смысла, короче. Ну, в эсной какой-то смысл есть, с 80, а в остальных нет. Р-руна стоит 8 сильной рыбы. 8 сильной рыбы это где-то 1,5 ляма за рыбу на 8. 12 лямов себестоимость. Ну, адекватно, нормально, красиво, четенько. На 2 часа эргрейд можно одеть. На портауте это для твинов прокачки сами пользуемся. Вот, R95 и R99. R99 стоит 20 сильных рыбин. Соответственно, стоит это где-то лямов 30 удовольствия. Лямов 30 за то, чтобы одеть какую-нибудь ПВЕ волыну вместе с ПВЕ сетом и прочими прибамбасиками, которые, блять, у вас имеются. Это тоже нормально, потому что если у вас есть какая-то адекватная ПВЕ хлеборезка, ПВЕ сет, то вопрос как бы в цене за руны за 30 лямов отпадает сам собой. Я уже говорил на эту тему, когда вы покупаете Range Rover Sport, и который жрет до хрена, то вопрос заправки отпадает. Ладно, не об этом речь. Порошок эльсиума. Слушай, а пришли мне одну сильную руну? А купи одну. Купи слона. Все говорят, денег нет, а ты купи. Можешь 5. Ладно, короче, потом поменяем на эльсиум. Мне просто бабки нужны, чтобы отбить то, что я потратил. Потому что спонсор нашего видео, как всегда, я. Спасибо мне. Подписываемся, оставляем комментарии. Прекрасный спонсор. Все отлично работает. Всегда безотказный. Так, я не настолько шустрый. Вот, ладно, короче, камень обработки оружия. Вот, я хочу, короче, показать, что можно поменять на оружие, сколько это стоит, ну и сам себе, конечно же, сделать внешку.
Я не знаю, выйдет ли это видео раньше, чем гайд по хилу, который я сегодня же отснял. Или он выйдет позже или раньше, этот гайд. Но, короче, если он выйдет раньше, знайте, что аналог палки, которую я предлагал на маленьких уровнях, это примерно вот такой вот. Это ебучий резак без АТТ на плюс 3 с двумя СА на ХП. Один на ХП, один на скорость магии, потому что мистик... Ну, можно расчленитель, ладно, у меня есть еще расчленитель, но он без ИСа, короче, ничего, но можете расчленитель, это может быть дубина даже одноручная. В общем, она сочетается с восьмым сигилем, кадейры, благим. И у меня здесь я поймал ЛС, короче, у меня было два вына, я поймал ЛС, короче, 7% ЦП, это пассивное умение. И, кстати, с вот этими фестами двумя серьгами, которые дают по 20%, довольно-таки очень неплохая вещь получается, если еще подробнее. 42 тысячи ЦП. Модно, стильно, молодежно. Если напялить еще кучу всякого барахла сюда в виде там, не знаю, там пояс один. Ладно, да, все, короче, мы куда-то, короче, это не туда меня уносит. Ладно, берем оружие. В общем, я хочу внешку на вот этот вот, короче, резак. Дабы скрыть позорное ношение апокала в Тагеро, а мы будем, короче, его маскировать. Блядь. Хуйня, что существует сайт, на котором можно все это посмотреть. Вот, ладно, берем камень обработки оружия. Здесь безумно много всяких штук. Я рассматривал, пока закупались там и готовились к видео. Вот, это все. Стоит это все тут от 30, даже есть по 35 тысяч. Это самое модное. А я не вижу. Ладно, мы дойдем. Короче, есть всякие мишки, кошачьи лапки. На кастеты есть медвежья лапка, кстати, няшная, прикольная штука, 30 тысяч рыбки стоит, это на возмездие, но может, блять, носить только Артейка, это очень печально, мне нравится, честно. У Артейки есть много плюсов, у него много няшности, там всякие там лапки кошачьи, там медвежья лапка, но, блять, она бесполезна в качестве дуал-класса, то есть как основа, ну, я просто не играю за основу, может, основа прикольная. А свадебный букет, который можно запихнуть на... Одноручной дубине свадебной, то есть только на одноручной, и только физической, да. Вот, но Настя хныкает, потому что не могу даже себе на магическую дубину поставить, только на физическую можно поставить свадебный букет, ну прикольная штука. Лук Купидона, леденец, скумбрия, не знаю, рыба раструба, это на кинжал, понятно. Обработка акулы — это на хлеборезку двуручную для Дестра. Когда-нибудь куплю себе спадон, блять, 12, то выешний, блять, напялю на него. Почему-то кальмар, но я видел эту обработку, похоже больше на конька какого-то. Кальмар — это копье, а конек — это возмездие. Я понял. Амар, снежный краб, рак, морская звезда, черепаха. А черепаха — это что, это щит? А морская звезда — это сигиль, понятно. Скумбрия, парные мечи, скумбрия парному дробящему, рыба раструба. Короче, всякие рыбки туда-сюда, стоит это все где-то там вот 15 тысяч. А потом кристальный кинжал. Окей. Вот, вы к чему добрались. Я хочу цветной вольк. Это цветной вольк, это когда-то падала палка с очень запоминающегося мне из РБ под названием Дарион. Он стоял в башне Тули на верхнем этаже и... Тули. Первая Ная, потом Тули, потом... А, Ная третья, да. Стоял на башне Тули наверху, к нему портались для того, чтобы пройти к Белефу. И там, короче, зарубы всякие были. Ну, в общем, у меня много воспоминаний с этим Дарионом. Вот, с него с шансом... 0,000000000. И классический дроп, короче, в стиле ла-2 падал цветной вольк. Прикольный. Ну как, он-то довольно-таки брутальный, конечно, не дубина Клакиса, но, блять, где-то в этом стиле. Но это, по крайней мере, лучшее, что можно себе здесь позволить, потому что все остальное тут Астарт, Турбинги и Ветер Мадрила — это для других палок, не для резака. На резак, на физический, я могу поставить только цветной вольк, который я, в принципе, и возьму. Все остальное вы можете посмотреть, в принципе, безумно централы, еще какие-то сайты, которые там с прорисовкой, можно посмотреть, как на каждом персонаже все это смотрится.
Астарты мне очень нравятся. Тоже падали, я когда-то за ними охотился, но они мне так и не упали. Это в рифте, по-моему, нужно было охотиться за Амаказель. С нее падали. С таким же шансом, примерно. Дилюжин, не риф, Дилюжин, да. Нужно было охотиться за РБ с Анаказель, с которым шансом примерно как Вольк 0,00000001. Да, блядь, нормальный шанс, расскажи мне. Вот. Ветер Мадрила падал с РБ в Тои на третьем, да, или на пятом этаже. Проходим между какими-то там этажами, между вторым и третьим, третьим и четвертым, четвертым и пятым, где-то там стояла РБшечка, и такая дам, ну она и сейчас стоит, да, там есть дама, короче, такая маленькая, 60 какого-то там урока. Мадрил, да, ее так, Мадрил, я почему-то называю, Мардил, вот, ветер Мардила, надо привыкать к этому названию, надо называть вещи правильными, да, именами. Красивая, прикольная, на магический меч, одноручный, то бишь на расчленитель, можно поставить симпатично, но я считаю немного попсовой, потому что каждая собака пытается, короче, сделать, потому что на фиолетовые, там, на красные палки, там, он 10, он синий, он довольно-таки прикольно смотрится, то есть он весь такой светится, ну, довольно симпатично. Астарты, Турбинг, Турбинг. Это хлеба резко. А у нас тяды, да, по-моему, падало? Или сблиза. Тиатемон падал с тиаты. А Тирбинг падал с близов. Ну, то есть, ну, такие. Ну, сделали классно, потому что контент этот убит. В смысле, ну, совсем убит, короче. Он сдох и воняет, короче, очень сильно. И сейчас... Да, то есть вы остались эти внешки, корейцы, ну или как просто как воспринимать. Поэтому, ладно, короче, меняем по-быстренькому. Внешка. Внешка, там сумер. Да, я хочу, да, прикинь, я хочу, я осознаю весь риск. Вот так вот выглядит, короче, цветной Вольг. Вот. Ну, блять, пойдет, короче, не самое страшное, что, короче, могло с этим персонажем случиться. Вот, он просто бегает по большей части в Аде, потому что ПВС это, и на Аде внешка, а доспех рыцаря тьмы, это просто забей. Вот, поэтому Вольк это не самое страшное. Так, теперь, короче, разберемся с прочими наградами, которые тут можно. Обменять рагу. Можно получить кучу-кучу рогушек, можно получить как с проворной, так и с уродливой. Обычно меняют уродливую, потому что проворную можно пустить куда-то на более полезные штуки. Цена одинаковая по себестоимости, именно по цене сдавания в магазин или продажи наук. То есть вы 30 тратите уродливой или 15 проворной, то есть 1 к 2. Вот. Вот. 5 лямов стоит проворная в магазин. 5000, извините. 5000 стоит проворная в магазин, а уродливая 2500. То есть по себестоимости именно в плане продажи, ну, примерно, короче, одинаково. А, значит, проворную рыбу... А, кстати, как раз возьму себе на вынь. Проворную. У меня 24000. Тебе надо каких-то рыбок? Вот, тут 100 можно взять. 1000 не пойдет, а вот, наверное, 800... 80 тысяч. Во, 800 рогух на вын сразу, так чтоб наверняка. Мы затарены. Ладно, короче. Ох, блять, а куда ж я просрал-то их? Ай, ладно. А я все на рогу, короче, спустил. Ладно, есть у меня еще. Так, и второе, последнее, о чем я хотел поговорить, это внешний вид свитки трансформации. Вот я до них добрался наконец-то. Вот, они тут прикольные. Стоит... Не, у меня есть 300 штук, а их тут там 10-12 видов не хватит. Вот, трансформаты глиняную статую. Короче, мы берем всех по одной и пойдем сейчас в хорошем качестве на площадь. Там можешь не присылать. То есть ты хочешь сказать, что их продают по 2500 на ауке? Оригинально, лишь магазин столько будет стоить.
О, я сегодня буду даже орфеной. А у меня мало того, что хватило, но все еще и осталось. Я твои не понимаю. Ладно, пошли на площадь. Вот. Да нахрен те шапочки. Вот, так, ладно, мы приняли. У нас тут куча свитков трансформации. Ладно, сильную рыбу уродливая у нас 5к. А, пойдем. Короче, у нас есть куча свитков трансформации. Я, насколько знаю, по-моему, они ни хера, короче, из статов не дают. То есть, они не такие, которые там, допустим, Закина или Гордона. И вот я, кстати, Настя говорит, что они просто няшные и милые. Вот я поспорил бы, знаешь, Арфен не такая уж и милая, блядь, на вид. С утра. Да. Арфен выглядит как обычная женщина с утра. Ой, глоток свежехолодного кофе. Понеслась глиняная статуя. Я хочу быть глиняной статуей. Я, блядь, конечно, все понимаю. Я здесь на выходе, я знаю, где там Алисия стоит. Вот это, блядь, называется глиняная статуя. И даже если я остановлюсь, оно, сука, шевелится. В моем понимании, короче, как бы статуя не должна шевелиться. Ну так, если что. Ну ладно, может, я чуть-чуть. Нет, она милая, я не спорю. Как японский кот какой-нибудь там. Есть студия Гибли, которая занимается аниме. И у них там есть анимешка мой сосед Тотора, по-моему, или как-то так, если это не реклама мультика, это мое личное мнение, довольно-таки прикольная анимешка. Вот, и у них на заставке там кошак такой толстый, типа анимеш нарисованный в 80-х годах еще. Вот он примерно так же выглядит. Вот студия Гибли, вот где-то они со студии Гибли сперли. Серьезно, нет, прикольно, не спорю, но я бы не назвал это глиняной статуей, просто, ну, отмена перевоплощения. Ладно, милая. Кстати, надо запомнить, глиняная статуя. Дальше у нас Дальше у нас в красивую глиняную статую. Йоу, бля, нигер. А, я, конечно, все понимаю, но, блядь, она одна фиолетовая, одна розовая. То есть фиолетовая это просто глиняная статуя, а розовая это красивая глиняная статуя. Плюс бантик, короче, на кризан. Сердечком, ладно, вот это мне нравится. Не знаю, я просто сам ношу белые брусы с розовыми сердечками. Прикольная. Не, прикольная. Милая. Ну, да, поскринится где-то, короче, там можно. Вот мы сейчас встанем. Ой, слушай, она, короче, быстро бегает. Или это просто я быстро бегаю и на фоне... Да, это моя скорость бега, и на фоне нее кажется, что она просто как ураган носится. А мы как раз, короче, это, скрин запилим, короче, на стартовую закладку. Опч, опч. Эй, развернись, чудовище. Дайра, ты ли это? Во, короче, ну, прикольный. Вот пока что мне, ну, мне нравится. Не все уродливое, то, что корейцы пытаются мне нам предоставить. Я очень требователен к внешкам. А, я их... В смысле? Нет, я требователен к внешкам, потому что я уже когда-то рассказывал, что я играл на тему ивентов. Я играл на серваке A7OS, где... В июне на мой день рождения, короче, НПС кричал Новый год в опасности, и внешек было, блядь, там раз-два и обчелся. Я когда пришел играть, вернулся спустя там 20 лет. Для меня здесь просто такое раздолье внешечек было, я менял их чуть ли не каждую неделю. Я очень люблю, как бы, я много играю относительно, то есть, наверное, больше 6 часов в день, так, если в сумме, в общем, взять. И поэтому, если я смотрю на персонажа, больше 6 часов в день. Я хочу, чтобы он хотя бы выглядел, блядь, адекватно. То есть, чтобы мне приятно. То есть, я не хочу видеть орка, блядь, с молотом Клакиса, не знаю, и или темного эльфа в самурайской внешке. Простите, но это, блядь, убожество. Нет, на вкус и цвет, да, товарищи разные, но если вы темный эльф во внешке не этого самурая, простите, но вы безвкусный просто.
вас вкуса нет. Ну, блядь, ну... Все, ладно, поехали дальше, иначе я сейчас лишнего наговорю. Дальше у нас крепкая глинстаута. Что-то мне подсказывает, что это будет примерно такой же кошак, блядь. Только, сука, с бицепсами. Ну, да я почти угадал. Бля, у него хвост прикольный. Мне хвост нравится. Серьезно, хвост реально классный. Такой матроскин, блядь. Да, у меня, как у моей кошки. Мастер-палат. Вот. Ладно, красивые внешки. Глиняные статуи, ну, не знаю, радуют. Ну, цветовая гамма, по крайней мере, они, в принципе, почти одинаковые. Но цветовая гамма, в принципе, отличает их. Вот. Ветхая глиняная статуя. Блять, я, конечно, могу быть неправен, но по-моему, это он больше со стороны напоминает какого-то очень сонного совенка. Серьезно, это маленький сонный совенок. Но почему-то с хвостом, как будто его в драке где-то подрали. Прикольно. Нет, на лемура он, кстати, не смотрит, слишком толстый для лемура. Это такой сонный совенок. Блять, ладно, клюва у него нету, это какой-то недосовенок. Папа сова, а мама кошка какая-то. А дальше что у нас? В свинью. Не, ну это нормально, блядь. Я в свинью я могу хоть час пойти, блядь. Блядь, простите. Свинья. Окей. Подожди, я хочу проверить, чем она отличается от вот этой свиньи. Да нихуя она не отличается. Ничем, блядь, не отличается. Короче, ладно, впихнули свинью. Кстати, прикольная штука для дезориентации противника. У тебя куча там свитков, выставляешь на панель. Такой бежишь. Тебя там вары где-то ловят. А ты, блядь, не знаю, лук или нож. И ты такой хуяк свинью, короче, убежал. Пока противник охуевает вообще, что это было, вы убегаете. Серьезно, нормально. Тактический ход. Ладно, дальше что у нас? Трансформация кролика. Ну, что-то мне подсказывает, что они взяли чантовскую реорганизацию, просто, короче, ну, превратили... Кстати, у него скиллы есть. Открывает сундук с сокровищем... Ёбаный, блядь, крот. Открывает сундук с сокровищем ударом ноги, сделав разворот на 360 градусов. Кролик с ноги на 360, да с вертушечки, блядь. Прям подошел, короче, к сундуку и с Урамаваши его, короче, на с разворота, блядь, нормально. Прикольно, а первый скилл у него, если посмотреть вдаль, очистив разум от повседневных забот, можно найти скрытый сундук с сокровищами. Вот, блядь, вот кому-кому, а кролику нужно очистить разум от повседневных забот. Желательно за бутылочкой Джека Дэниелса. Да, или там Вайтхорса какого-нибудь. Ну, прикольно, блин, я не пойму, это либо, короче, укуренный перевод какой-то, блядь, либо, блядь, как... По-моему, кроликов реально жестко эксплуатировали. Я, конечно, понимаю, что рабство отменили еще в 18 веке, но, по-моему, не во всем контенте. Ладно, прикольный кролик, это, я честно скажу, внешне это реорганизация чанта. Или искажение чанта, когда искажаете, ну там чем-нибудь скачете, то есть там от ведьмочки до кролика, до хрюшки, не помню. О, АК. Иди сюда, АК. Вот АКИ скиллов нет. Ну, блять, мини-АК. Да, мелковато. Мини-АК. Ладно, ничего такого интересного. То есть, если эти агатионы там оседлать АКУ. Арфен, я буду сейчас бабой с утра. Во! Вот это, во, женщина с утра. Идет она так же, дорогой, я в ванную. Пошла. И ты такой, она такая стоит, дорогой, я в ванную, ты, окей, милая, я пока экзорциста вызову по телефону. Ладно, Анакимка, прикольно, Анакимка всегда была актуальна. Вечные, насколько я знаю, дорогие трансформации. Это, насколько я понимаю, ничего не дает вообще. Но она красивая. То есть в плане там поскриниться где-то, кого-то позадалбывать, если у вас там варов нету, можно.
Сомневаюсь, что крутит педали на велосипеда ногами. Да, прикольная. Ничего не скажу. Она Кимка, она всегда была... Она яркая, но у нее вот эта вот там звезда эта вся, короче, сзади. Там шарики эти крутящиеся. Нормальная анимация, прорисовка. Я вообще ничего против нее не имею. Она качественно сделана. Это не... Я, конечно, извиняюсь, это не хрюшка, которую взяли с чем-то. Ну, а Лилитина, насколько я знаю. Ну, красиво. Ну как, в смысле, не то, что красиво. Не вау. Прорисовка неплохая. Анимация есть. Оставляет какие-то облако пердежа за собой. В принципе, неплохо. Вот Лилит, Анакин, да даже и Арфен, они неплохие. Они очень... Сама вот эта трансформация, она прорисована. Вот этот круг со всеми тут частичками, деталями. Ну, мне нравится. Ну, это просто старые изображения, старая анимация. Они были очень детализированы и сделаны круто. Сет, анимация, движение... Все плавает, все растет. Ну, блядь, лучше, чем свинья, честно скажу. Мне вот Анакинка мне нравится. Лилитка мне... Это Лилит. Анакинка и Лилит и Арфена, в принципе, они неплохи в плане того, что вот прорисовки. Да, мини-вариант. Да, ничего не дает. Но довольно-таки прикольно чем-то разнообразить быт. Вот этот вот крабинг, блядь, непонятно. Мы крабинг, мы что-то делаем. Короче, постоянно можно. Вот. Стоит ли этого? Внешки, если вы... Вам это нравится? Мне нравится внешки, честно. Я люблю что-нибудь там пролезть со своим персонажем. Это для меня. По поводу Вольга и всяких там ветров Мордила. Я такую неправильно сказал. Цена их выходит где-то в 300. Где-то в 300, да. Ты на 100 лямов купила 6к, а нужно 25. А, одна рыбка по себестоимости 5000, да, где-то 300, короче, лямов, 250-300 лямов себестоимость выходит вот этого, вот этой внешки. Ну, просто она ловилась, мы не стали продавать и продали, ну, взяли для видео. Продают, люди делают на этом бизнес, на ветрах Мордила, на стартах, на... Что там еще, короче, тирбингах, там, кошачьих лапках, короче, и прочей ерунде. Делают бизнес, то есть они ловят, перепродают на рынок, вот они вот эти вот кошачьи лапки, по 30 тысяч, есть по 20, по 15, Мордил 25, я где-то, по-моему, видел 35, но я не буду, наверное, все-таки я где-то лоханулся. Да, сейчас мы перейдем к головным уборам. Честно, это походу я лох, самая дорогая здесь 30 тысяч, но это где-то 350 лямов будет стоить, короче, все это добро. Перепродают, возможно, с этого есть навар, я не знаю, я не занимался, я такой, у меня нету времени такой херней заниматься. Ну, не херней, для кого-то херня, для кого-то нет. Стоит ли их делать? Ну, 300 лямов, я скажу так, внешка не должна быть очень дорогой, именно на... Да, люди делают фрей по 5 лярдов, для того, чтобы 2-3 месяца побегать и потом продать. Но обычно продают, если делают, допустим, внешку фрей, потом пытаются поменять на аналог без внешки, там, плюс доплату. Потому что вы выкидываете там на внешку фрей 5-6 миллиардов, собираете... Да, имовские внешки 500 рублей в среднем, поэтому внешка должна быть такой, чтобы она вам за месяц, она вас заебала или за два, и вы без зазрения совести могли пойти и поменять ее. Это как, ну, кроссовки, ну, вот вы купили там, поносили там сезон, короче, они, блядь, там, подошва жрать просит, короче, там, хоть, блядь, овсянку туда засыпай, блядь. Вот. Грязные, там, белые кроссовки становятся серыми со временем. То есть вы их там выбрасываете, там, отдаете, там, не знаю, там, младшему брату, там, кому-то там, или там, отдаете в детский дом. Не, ну я образно говорю, там кроссовки, или выкидываете. То есть они должны стоить столько, чтобы вам было не жалко это.
Нет, понятное дело, если вы покупаете конверсы за, там, за 800 баксов, блядь, то, вам, то вы вообще в них ходите только по дому, блядь. Жидахиль такой, все. Ладно, блядь, не трогайте мои конверсы, они у меня одни. Я, правда, не хожу по дому. Шучу. Значит... Вот, короче, мое мнение о внешке, что они должны, в принципе, относительно недорогими быть. Я считаю, что... Ну, то это не очень дорого, особенно когда вы ловите много рыбы, у вас там их несколько, этих рыболовов, то можно себе поставить. Мне нра... В смысле? Ну 300 рублей, 300 рублей. У меня вон внешка этого японского символа. Она не моя, это ты поставила, я просто у тебя сингель спиздил. Ну, 300 рублей, ладно, короче, хрен с ним. Потом сделали, Настя хотела, сделали, просто потом я спер, короче, этот сингель. Вот. Красиво, все, есть о чем вспомнить. А, шапочки, ёбаный насрал. Внешнего вида, шапочки. Что у нас тут за головные уборы? Ебучий случай. А, это, короче, можно... Твою мать, а я искал, бля, где набрать, сука, шапочек, чтобы пойти сдать на квест. Найс. Ну чё, пять... А, не, ладно, подумал уже. Вот, в общем, тут тоже набор шапочек я не буду брать, мне жалко сильную рыбу, честно, не в обиду, но, блядь, я не считаю, что 150 сильной рыбы, блядь, за шляпу рыбы в пугу, это нормальная цена. Дорого, блядь, дорого, ёбаный урод. Да даже это дорого, очки ремесленника, потому что очки ремесленника, которые там еще виталочку использует. Вот. Да, это... Для каких-то особых... По-моему, да, мне тоже кажется, что стрела в яблоке стоит дешевле науки, чем 10 сильной рыбы. Вот, поэтому... Хотя 10 сильной рыбы это сколько? 15 лямов? Нет, ну... Да, вот эти вот меня смущают по 150 сильной рыбы. Как бы вот это еще нормально. То есть 10 там, сильной рыбы, 15 лямов типа за шапочку. Ладно, если вам очень нравится, хрен с ним. А... Маргаритки, незабудки, дева, бла-бла-бла-бла-бла, кудах-кудах-кудах. Да, они достаются, короче, со всякого хлама, типа вот как я доставал эти шапочки на P-атаку PDF из этих сундуков, которые там просто валом их, блядь, просто валом их в магазин сдавал. Не, маргаритки, незабудки там нет, но есть глазные повязки пирата, карнавальные маски. Антенки феи там точно есть, праздничный колпак там тоже есть, достается. В общем, ну это для особых маньяков, там всякие стрелы в яблоке, просто они еще две ячейки занимают. Я вообще я не очень люблю такие шапки. Акулы, ну акулы, вот эти черепахи, рыбы фугу и рыбья шляпа, они неоправданно дорогие, я не знаю зачем, короче, нужны, но зачем-то нужны. Задумка какая-то у корейцев есть. В общем, вот такие вот внешечки, балуйте, радуйте свой глаз. Может быть, своих любимых всякими внешками. Я вот любимый порадовал, буду теперь с Вольгом бегать. Подписывайтесь. Не надо кидать меня тапками, что я там скатился, какую-то херь, короче, показываю всякие внешечки вместо игрового момента. Это тоже нужно смотреть, это тоже контент. Он тоже не всем известен. Но я не скажу, что он мне дико интересен. Я знал, что там есть Вольк. Я пошел бы, просто Вольк сделал. Но я не пересматривал кучу трансформаций. Трансформации прикольные, ну, блин. Я же говорю, можно только хрю... Я нашел применение там только хрюшки. Типа, ты от варов, ты прыгаешь в хрюшку. И пока вар стоит, охуевает, что это вообще было, как нож ушел в свинью. Вы убегаете так, с криками «Ах-ха-ха, лошара», короче, из-за поворот. Ну, это так, это ситуативно. Ладно, все, заканчиваем. Радуйте свой глаз, своих любимых персонажей, там, девушек, парней, кому что нравится. Подписывайтесь, пишите комментарии, кто что брал, что пробовал, потому что, ну, я не видел там половину этих внешек, всяких рыбы, скумбрии, я особо на них не обращал внимания. Если кто-то баловался ими, кому-то нравится, можете написать или там скринчик какой-нибудь, как это выглядит, буду рад. Всем удачи, всем пока, увидимся.